Mr. Derkacz, it's an honor to have you here. Thanks you for coming. I will start with my first questions. Starting from 1990, you were an auditor at the KGB school and then at the Academy of the Russian Ministry of Security. Is that correct? It's absolutely correct. So why did you return to Ukraine and start working for the SSU? Вы знаете, вот я бы начал с того, что в определенный промежуток времени было решение о два референдума в 91 году. Один референдум о том, чтобы сохранить Советский Союз, и 70% населения Украины проголосовало за это. И в этот же год, ровно через 8 месяцев, произошел еще один референдум, где было принято решение о независимости Украины. И опять же, количеством там, порядка 70% голосов. Это я говорю о чем? О том, что нельзя обижаться на людей за то, что они делают тот или иной выбор. Потому что во многом каждый раз политики людей обманывают. Создается красивая картинка и красивая обертка. За эту обертку голосуют. Абсолютно. Вот сегодня, например, у нас годовщина 30-я создания такой компании МММ. Это первая пирамида, где советские люди отнесли свои деньги и вручили мошенникам. Практически 10% Советского Союза жителей потерпело от этой пирамиды. А в 90-м году, 91-м году украинскому народу обещали красивую жизнь, самостоятельность, независимость. И люди отдали свои ресурсы, свои заводы, фабрики, те, которые были построены в советский промежуток времени, в руки, опять же, той элиты, которая была в 91-м году. И людей опять обманули очередной раз. Потому что элита, которая была в 91-м году, она абсолютно не была готова к этой независимости. Потому что стоял вопрос об отсутствии культуры государственности. Это очень сложный термин, наверное, с точки зрения английского перевести. Но я могу сказать, что в 1992 году, на что я обратил внимание тогда с удивлением, мы тогда в высшей школе КГБ был журнал «The Economist», по-моему, это был 1992-1991 год. И там был анализ возможностей стран СНГ, потому что уже был тогда подписан договор об СНГ, на тему того, что эти страны, кто из них сможет выжить в условиях экономической независимости. И там Украина стояла на 4-м месте после России, Белоруссии и Казахстана. Я внутренне не понимал, как страна, 5-я экономика Европы на 91-й год, 5-я экономика Европы, по оценкам западных экспертов, с трудом могла выжить уже на тот промежуток времени. Ну вот, через 30 лет я четко понимаю, что тогда западные аналитики были экономически абсолютно правы. Очень важный момент здесь, вот, по моей оценке, это культура государственности, которая не была сформирована на момент получения Украиной независимости. Сформировалась политическая и экономическая элита, она срослась, которая паразитировала, с одной стороны, одни паразитировали на чужих ценностях так называемой демократии, рыночной экономики, а другие паразитировали на дружбе с Россией и русском языке. При этом и одна, и вторая элита грабили свой народ, приватизировали за бесценок предприятия. Практически вся основная часть элиты была сформирована за счет нечестной приватизации и, опять же, паразитирование на энергоресурсах. Это получение прибыли от газа и нефти, металлургия. При этом никто ничего за промежуток времени не вкладывал. Если вы спросите, есть ли у нас инвестиция западных компаний больше 200 миллионов одноразовая, нам никто не давал денег. What would be the answer? Нам никто не давал денег. No one did. But definitely Western countries manifested a lot of interest for Ukraine. You started working for Ukraine in 1993. So how would you see grow the interest of Western countries, in particular United States, in Ukraine? Основную политику все равно создавали местные элиты, местные кланы и сформировавшийся олигархический капитал. Практически до сегодняшнего дня продолжалась игра, когда западные страны, западные посольства разрешали
до определенного промежутка времени грабить и воровать олигархов. С другой стороны, они пытались выстроить параллельную систему управления через создание системы внешнего управления страной. Фактически это началось, наверное, с 2003 года, когда президент Кучма построил и, собственно, зафиксировал олигархическую систему в Украине. При этом его зять из агента КГБ стал филантропом и меценатом, оставаясь олигархом. Из агента КГБ он стал филантропом, и при этом оставаясь олигархом, донором, да, официальным донором фонда Хиллари Клинтон. Вот такие у нас метаморфозы могут происходить. It's not surprising. You were first assistant of the Prime Minister of Ukraine, Pusto Voitenko, if I pronounce it correct, and you were also advisor, of course, of President Kuchma. What was the political economic climate at the time? Это было абсолютное состояние кризиса, когда были неплатежи по 6 месяцев. Свет включался на территории Украины, происходили отключения, свет включался эпизодически. Задолженности по пенсиям и заработным платам составляли порядка 6 месяцев. Практически команда Пустовойтенко работала в режиме пожарной машины, которая просто удалось стабилизировать ситуацию к 2000 году. От падения там 20% ВВП по году пришли на уровень падения 0,67, по-моему, на 2000 год. What was the plan of action from the president and the government in general? What they wished to aim to create at the time under these circumstances? Насколько я помню, это все время были практически битвы с Международным валютным фондом, который пытался уничтожить промышленность, прежде всего машиностроение. Мы тогда стояли на позициях развития лизинга в машиностроении и попытки поднять судостроение. В какой-то промежуток времени, это было уже несколько позже, были достроены два ядерных энергоблока электростанции. Это Ровенский и Хмельницкий. Это единственное, что было построено из крупных объектов за 30 лет. Потому что система, которая строилась в Украине, она подразумевала, либо олигархи приватизируют менеджмент предприятий. То есть происходит, что практически не платятся деньги государству и людям за приватизацию, приватизируется менеджмент, а предприятия за бесценок. После так называемой революции достоинства такой же темой начали заниматься западные правительства и, собственно говоря, G7. Они фактически монополизировали систему управления крупных предприятий. Все наблюдательные советы банков крупных государственных, самые крупные предприятия, такие как «Нефтегаз», такие как «Укрпочта», такие как «Укрзалезница», это железные дороги, они практически полностью контролируются не украинцами. Мы называем их интуристами. Все бы ничего, но всегда вот есть понятие, как вы оцениваете по результату. Вот очень важно оценивать по результату. Даже в Библии написано, по плодам узнаете. На прошлой неделе действующий руководитель «Нефтегаза» объявил о том, что убытки за менеджмент вот этих вот интуристов составил 200 миллиардов гривен. Local currency, which would be in dollar? Divide to 28. Okay. Но вопрос в чем? Они же при этом руководство этого же менеджмента получало зарплаты 1 миллион гривен в день. Я думаю, что такой уровень зарплаты имеют считанные CEO в Соединенных Штатах. It's unprecedented. Да. I don't think there is any equal in many other countries. As far as I understand, President Kuchma pursued a multi-vector policies, while Yushchenko was strictly for the European integration. What's your opinion about that? What's your position, I would say? Я абсолютно четко видел, что один и другой паразитируют на терминах, слоганах, ничего не имея внутри общего с этими терминами и слоганами. Для Кучмы было понятно, что он работал всю жизнь с коммунистической идеологией, для него там наша цель коммунизм. С точки зрения своих технологов поменял, наша цель Европейский Союз. Но ничего же не изменилось, и одно и второе недостижимо, что коммунизм, что Европейский Союз для Украины. So do you think it was just a marketing operation? Я хочу добавить еще одну историю, что такое визуализация идеологии
Очень важный момент. После революции достоинства на голову с памятника Ленина откручивали башку Ленина и прикручивали башку Шевченко. И мои друзья, которые приезжали из Соединенных Штатов, они видели вот так называемый ленинопад памятников. И потом, когда ситуация памятников произошла в Соединенных Штатах, это было просто повторение того, что происходило в колонии. Поскольку мы на сегодняшний день к 30-летию независимости не являемся независимой страной, цена независимости оказалась неподъемной. Besides the political brand of independence, do you think Ukraine can be qualified as self-sufficient? Я думаю, что в мире нет независимых стран. Существует субъектность или отсутствие субъектности во внешней политике. Все 30 лет Украина упорно шла к потере субъектности. Буквально в этом году мы достигли апофеоза. Сколько уже и судебная система сегодня будет формироваться независимыми иностранными экспертами. Согласитесь, это абсолютно ненормально, когда страна в течение 2 месяцев ждет, позвонит Байден Зеленскому или не позвонит, пригласит его или не пригласит. Отложит его визит или не отложит. Что является опасным, это использование националистических мифов и фашистской идеологии в достижении целей для того, чтобы построить так называемую модель диктатуры от имени либеральных ценностей. И в итоге мы сегодня имеем практически построенную диктатуру от имени либеральных ценностей. И сегодня происходит нападение на наши традиционные ценности, семейные ценности, на церковь. Картинка, которую вы можете увидеть в социологии, 63% населения Украины готовы выйти на улицу для протеста. Больше 70% взрослого населения Украины считает важным для себя отправить своего ребенка учиться за границу для того, чтобы он не находился в Украине. То есть граждане Украины не связывают будущее своих детей с Украиной. Это действительно критическая ситуация. Как вы думаете, чем цена Украины? My idea. I personally believe it's a crucial position, very interesting, because the East meet the West, United States and clearly many Western countries manifested a strong political interest, if we can even talk about economic interest. It's at the center of a different scheme, even criminal scheme, and I would like to talk about that with you, in particular about Burisma. And but my first impression coming to Kiev, I know it doesn't represent Ukraine as whole, it's as a very understated country. I think it's above, is much above my expectation. I think it's very developed. We always talk about this huge gap between oligarchs and poor classes, but I could see sort of a middle class in between while just dining out or walking in the streets. I think it has a huge potential, and I understand why in many ways there is a name for independence, though of course it's much more complex. Видите, вы это видите как человек, который первый раз приехал и за один день, собственно говоря, поймал саму суть, чем интересна Украина. Начали вы как нормальная американка с геостратегической позиции Украины, которая из нас все время пытается сделать красную тряпку для России и буферную зону. Такой раздражитель, который в нужный момент включается для того, чтобы возбудить Россию. При этом забывают, мы считали в 2000 году 14 миллионов граждан Украины имеют родственников в России. Практически это достаточно тесные родственные взаимоотношения. А закончил бы самым главным, что основная ценность Украины – это креативное население. Потому что громадное количество айтишников сегодня работает на западные компании. Несмотря на то, что потери населения по разным оценкам за 30 лет составили порядка 3-4 миллионов постоянно выехавших с Украины, мы имеем порядка 3-4 миллионов работающих на территории Европы и порядка 2-3, которые работают на территории России. То есть активная часть населения. То, что вы назвали, собственно говоря, средним классом. Несмотря на все сложности, систему образования вы только сейчас начали разваливать до конца реформами. Я думаю, что как бы этот прогресс в развале системы будет идти и в дальнейшем, начиная с сентября уже этого года. Образованное, квалифицированное население, думающее население. That's absolutely good point. I think you inherited from the Soviet Union a very strong education system, and average educated people coming from, I would say,
the Soviet Union itself, I mean, ex-republics of the Soviet Union, show to be much more competent than the average education system in America. That's my opinion. Whose side were you on during the Orange Revolution? Давайте на русском лучше. Вы знаете, находясь каждый раз во власти, к определенному промежутку времени я уже находился в оппозиции к этой власти. Потому что каждый раз декларирование целей происходило одно на выборах, а потом это все приходило совершенно к другой истории. Поэтому в определенный промежуток времени, когда сформирована была олигархическая система, огромное количество людей, которые вышли в 2004 году, они протестовали именно против олигархической системы. Они не разделяли западные или восточные ценности. Are there any effects of foreign presence, sponsorship or other foreign participation in the Orange Revolution? Я могу сказать, что большей частью в какой-то промежуток времени действительно посольство Соединенных Штатов и посольство западных стран включились в этот процесс. И это начало приобретать формы цветной революции. Но, собственно говоря, подачу к этому всему давал сам президент Кучма, который построил олигархическую систему. Если в России победили на промежутке времени силовики в 2000 году, то в Украине победили как раз олигархи. Олигархи не имели никакой культуры государственности и не имели никаких ценностей, кроме денег. Более того, большинство из них не имело достаточного образования. Просто так сложилось. Thank you. Did you study with Nali Vaychenko? Nali Vaychenko. Mm-hmm. Did you study with them? Нет, он учился совершенно в другом заведении. Это был краснознаменный институт, это другая история. Okay, thank you. Just let's go back one second to the SSU. Since the beginning of the 2000s, the press became more and more open about ties between the SSU and the United States. In particular, there were rumors about offices of CIA in the SSU building. Are those rumors real, and do these offices still exist? Я отличаюсь тем, что когда я говорю на основании документов. My difference from the others is that when I speak, я не имею документа о наличии офиса ЦРУ в структуре СБУ. Я не вижу необходимости ЦРУ иметь офис в структуре СБУ. Посольство Соединенных Штатов и так контролирует все отрасли в Украине. Напрямую, полностью систему нефти и газа, топливно-энергетического комплекса. Практически большинство офицеров вооруженных сил прошли в той или иной степени подготовку либо в Британии, либо в Соединенных Штатах. Зачем? Они официально ходят в посольство. Или переписываются по имейлам, как это делает НАБУ. Соединенные Штаты отстаивают свои интересы в европейской части, в том числе и в Украине. И они делают лишь то, что мы им позволяем делать. Если игра происходит, что президенту страны очередному разрешают воровать, а он вместо этого отдает свою субъектность страны и возможность внешнему управлению, то такая игра и происходит и на сегодняшний день. Такая ситуация происходила с Януковичем, который разместил 7 миллиардов ОВГЗ займа, в том числе и в юрисдикции Соединенных Штатов. Через фонд Фрэнк Пелпонтон. Та же самая история происходила с Порошенко, когда ему разрешали воровать, он отдавал независимость. Ему давали гарантии под американские кредиты 2 миллиарда, он их осваивал на своих предприятиях, в частности, Ленинская кузня. Сейчас идет уголовное дело, где цена катеров, которые были построены, завышена в 3 раза. И зачем ЦРУ иметь офис в СБУ, если оно имеет такое количество грантоедов и, собственно говоря, структур прикормленных так называемых активистов, которые бегают по улицам, отстаивая интересы не своей страны. Большинство из них не связывают свое будущее с Украиной. Максимальное, о чем они думают, это быть менеджером или топ-менеджером западной компании. И в конце концов выехать из страны. Это большая проблема, поскольку даже среди депутатского корпуса сегодня практически в каждой фракции есть так называемые грантоеды, представители соросят. С ними невозможно разговаривать на конкретные предметные темы языком цифр.
Они исключительно напоминают мне, поскольку я все-таки помню Советский Союз, у нас было такое понятие комсомольцы. Они не задумываются над тем, соответствует ли то, что они говорят, действительности, или это придуманная реальность. Я даже слышал одно определение, оно мне очень понравилось, как их назвать с точки зрения научной. Индоктринированные гомункулы. Indoctrination. Это искусственные люди, которые, да, индоктринированы. I do totally see the point, but this was speculated by the press. They were reporting about the CIA offices in the SSU, but I do totally see that you don't need to be physical in the premises to control. Абсолютно. Очень долгий промежуток времени, начиная с 2000-х годов, структуры Сороса совместно с разными институтами выстраивали вот эту сеть мягкого влияния. Они подкармливали молодежь разными грантами, разными общественными мероприятиями, поездками, обменами. Definitely. That's... Thank you for your answer. What was the SSU position during Maidan, if they had a position? У нас такое количество майданов, про какой мы сейчас говорим? 2014. Я думаю, что здесь была основная позиция, это позиция, связанная с посольством Соединенных Штатов. Не все оно контролировало, потому что были сформированы националистические формирования, которые вышли из-под контроля на промежутке времени. И в какой-то момент времени все пошло не по программе. Thank you. There is a famous case of Lazarenko. What exactly what information and about who Lazarenko could share with American authorities to make these people dependent on the Americans? Лазаренко был премьер-министром. Он имел очень большой объем информации. Меня в этой истории интересуют арестованные в Соединенных Штатах деньги Лазаренко. Это 160 миллионов долларов. В итоге в 2017 году было принято решение, в том числе американским судом, о возврате какой-то части этих средств, насколько я понимаю, порядка 60 миллионов в Украину. Но Соединенные Штаты — великая страна. Все, что попадает туда, назад не возвращается. Уже третий генпрокурор или четвертый поменялся с этого промежутка времени, который задает вопросы: верните 60 миллионов. И ответ: принесите еще одну бумагу. Точно так же, как и наш разговор с Джулиани начинался: помогите в возвращении 6 миллиардов или 7 миллиардов денег Януковича и части денег, которые вывел Порошенко. Если мы не можем вернуть 60 миллионов, я представляю, сколько труда нужно будет, чтобы вернуть 7 миллиардов, работающих в том числе в американской юрисдикции. If Giuliani can't help you, I'm afraid I won't. How would you assess the current relationship between the United States and Ukraine? Is it like an equality, a partnership, or something else? I mean, didn't Ukraine become sort of a client state of the United States? Это как протекторат Пуэрто-Рико, только без денег. Там хотя бы какие-то инвестиции размещаются. У нас вот как бы без нас решают наши проблемы. Самый яркий пример — это решение вопроса по Северному потоку 2 между Германией и Соединенными Штатами без Украины, но про Украину. Или опять же там обеспечение так называемым газом европейским Украины. То есть это русский газ, который выходит на 150 метров на территорию Словакии и возвращается со вкусом свободы и демократии и прилепленными 50 евро к цене на 1000 кубометров назад в Украину. Эта сумма по году, чтобы вам было понятно, составляет 10 миллиардов кубометров. То есть это 500 миллионов евро заработка ежегодно. Коррупционного заработка. Как вы думаете, представители G7 в наблюдательном совете, в том числе представители Соединенных Штатов, не знают об этой коррупции? Конечно, приятно слышать. My idea doesn't count, but I do believe yes. It's clearly yes. Конечно, приятно слышать, когда господин Блинкен говорит, что основной вопрос Украины — это борьба с коррупцией. Может, есть смысл задать вопросы собственному персоналу в посольствах, которые 7 лет создавали и контролировали антикоррупционные органы, что они сделали конкретного? Вы приехали в такую неделю, что у нас сплошные заявления идут. Буквально позавчера мы все наблюдали шоу, когда орган НАБУ, подконтрольный посольству Соединенных Штатов, гоняется за СБУ по территории Киева, сбивая мотоциклиста. That's actually one very interesting question I want to pose you. It's like you initiated high-profile investigations, and one of that
detected involvement of Nauvoo, as well as the number of statesmen and the organization of Ukraine in the American presidential election. Речь шла о 2016 году, о выборах, которые происходили между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Эту историю знает практически каждый в Украине, кто связан так или иначе с политикой или государственной службой. Руководитель Науву Сытник, он сам говорил о том, что он топил за Хиллари Клинтон. Есть запись разговора этого. Есть заявления, которые синхронизированы по так называемой Black Ledger, книжке черной кассы партии регионов, благодаря которой был снят руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт. И это было, по-моему, 19 августа было это заявление сделано. В итоге Манафорт ушел с этой позиции руководителя кампании. Есть разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом на тему того, что он докладывает ему, как мужественно они участвовали и хихикали на тему того, как был снят Манафорт благодаря общим усилиям. Конечно же, демократические средства массовой информации Соединенных Штатов, они просто говорят, что это как бы дезинформация, которая влияет на ситуацию в Соединенных Штатах. Если ты не знаешь, что делать, ты дискредитируешь источники информации. Какой смысл им разговаривать с выпускником высшей школы КГБ? I understand, but let's go back to the facts. You published the records of the negotiation between Biden and Poroshenko. So let's forget about all the branding as a disinformation. How did this investigation ended? I mean, those are records. Это была яркая иллюстрация именно внешнего управления страной. Это был разговор, когда, собственно говоря, была сделка между вице-президентом и президентом страны. Благодаря этим разговорам страна узнала, что практически половина парламента руководит посольство Соединенных Штатов. Она узнала, страна, о том, что президент Порошенко общается со своим премьер-министром Яценюком через вице-президента Соединенных Штатов Байдена. Причем жалуется на руководителей фракции, которые не голосуют. Такой, знаете, мелкий пакостник, стукач. You expose the corruption schemes at international level, in particular Burisma. Can we talk about it? Вы знаете, Бурисма в общей структуре коррупции, опять же, показательный момент за счет того, что использовался Байден как зонтик для коррупции именно этой компании. Но если брать в общей структуре коррупции, то гораздо большие средства выводились через другие международные коррупционные схемы. В том числе, вы знаете, поразительная история с международной технической помощью. 5,3 миллиарда, согласно данным нашей счетной палаты, были потрачены нерационально или не по назначению. Вы знаете, там есть такие интересные кейсы, когда на самоутверждение жителей востока Украины компания получает 35 миллионов и тратит их непонятно куда. Или, например, реформа прокуратуры 4,2 миллиона долларов, а потом 750 тысяч долларов, которые уходят на фуршеты, на аренды помещений, на переводчиков. Через компанию, которая занимается торговлей овощами в Обуховском районе Киевской области. То есть отдел правоохранительный посольства Соединенных Штатов. Через Италию, фирму Идло, отправляет деньги на компанию в Киевскую область. Это называется прозрачная борьба с коррупцией. Конечно, когда я показываю эти схемы и показываю счета, кто меня будет любить? Я думаю, что мои фотографии можно пугать отдельных представителей международной коррупции, в том числе, которые работают в посольстве. Но ведь я в том числе заинтересован в том, чтобы рационально тратились деньги американских налогоплательщиков. Два года назад была интересная история. Я ехал на поезде из Вашингтона в Нью-Йорк, Джулиани. И возле Филадельфии мы смотрели в окно, я снял на видео в телефоне разбитые улицы, фонари, как бы там такие вот хащи, как назвать. Absolutely. Broken lamps. You should visit LA downtown. Я показал Джулиани, говорю, заканчивайте помогать нам, помогите себе, отремонтируйте у тебя светофоры.
Это будет лучший вариант, потому что так, как это происходит на сегодняшний день, это очень далеко от прозрачности. Я не понимаю, почему у нормальных государственников Соединенных Штатов это вызывает такое возмущение, когда мы показываем, как нерационально тратятся средства. Даже если это тратится на прикормку какой-то важной агентуры, но все равно можно это тратить как-то с чувством меры и чувством вкуса. I'm still interested to know what's the Hunter Biden role in Burisma. Were Ukrainians impressed with his skills? Я думаю, что роль Хантера Байдена в 30-летии развития Украины не столь велика. И свою историю и отношение к Украине он хорошо описал в своей книжке Beautiful Things. И есть еще книжка генерального прокурора Шокина на английском языке, которая описывает и эту часть. I didn't read the Hunter Biden book, so I don't know. Тогда я советую почитать книжку генерального прокурора Шокина, который очень хорошо описал все события, гораздо ярче и подробнее, поскольку он имел документы на эту тему. Здесь очень важно понимать, что вопрос не в том, что Байден зарабатывал деньги, используя имя своего отца, а то, что эти деньги были получены преступным путем, отмыты через офшорные компании. И есть два свидетеля, граждане Европейского Союза, которые это подтвердили. Непосредственно занимались отправкой этих средств. Передали компьютер, с которого шла отправка, в правоохранительные органы Украины. Здесь не важно, это было 3,5 миллиона или 14 миллионов в общем для всей команды Хантера или Арчера. Сейчас открываются другие факты. Мы читаем о том, что такие же события происходили и с Китаем, и с Бразилией. Для меня важно было, как для человека, который представляет народ Украины, показать, что такие события они не могут оставаться безнаказанными. И ведь в Соединенных Штатах никто не опровергал документы, которые мы предоставили. Разговор шел о вмешательстве России. И не Россия устроила Хантера Байдена в Бурисму. Это не Россия заставила его, Байдена, вести переговоры с Порошенко и убирать прокурора за 2 миллиарда гарантий. Это не Россия заставляла Злачевского отмывать средства через офшорные компании, в том числе через латвийский приватбанк. Или, например, выдающийся генеральный прокурор, который получил премию Государственного департамента США, Рябошапка, который сказал, что не существует дела Злачевского и дела Байдена. И в этом же году, в прошлом, принесли самую большую в Европе 5 миллионов долларов взятку, 6 миллионов долларов взятку в кэш. В правоохранительные органы Украины эта страна все видела, это все было на камеру. От Злачевского принесли взятку 6 миллионов. Глупая история, когда посольство вместе с представителями в кавычках демократической прессы говорит о том, что дело не существует и это фейк. И потом люди видят на картинке, когда 6 миллионов долларов кэш приносят как взятку, и тут их арестовывают. Думаете, такая история и позиция, она улучшает восприятие Соединенных Штатов со стороны граждан Украины? Или кто-то поверит после этого в вопросы борьбы с коррупцией? No, of course, corruption exposed is always inconvenient. Considering all these investigations, how much of a Ukraine, how much are Ukraine and United States involved in each other affairs? I mean, do you think there is a strong American influence today in Ukraine? Я думаю, что Соединенные Штаты устали от Украины. Начиная с 2016 года Украина на первых полосах газет сначала вмешательство в одни выборы, потом вмешательство в другие выборы, потом импичмент благодаря разговору Зеленского с Трампом. Потом история, связанная с благополучием семьи Байдена. Вы знаете, мы даже уже Германию, насколько я понимаю, утомили. Потому что последние 3 месяца наше руководство страны занято тем, что поддерживает партию зеленых против Ангелы Меркель. Мы такая страна, мы должны обязательно быть в центре событий, которые нас не касаются. Возвращаюсь опять к истории, что такое культура государственности. Любая страна, которая имела определенный опыт государственности, культуры государственности, она формировала какую-то элиту или класс управленцев, которые четко понимали границы, за которые нельзя заступать. В Украине, которая была сформирована большую часть период Советского Союза, такой класс не был сформирован.
Поэтому приходилось все время брать либо чужие исторические мифы националистические и использовать их, или брать историю, связанную с чужими ценностями, например, европейскими, в которые никто не верит, но их можно попользовать. Вот то, о чем вы говорите, это позиция Кучмы, так называемая многовекторность. Не знаю, как перевести, сейчас попробуем, как наш переводчик попробует. Это называется «мимо здесь и между там». В итоге ты являешься раздражителем для всего окружения. Вот Хантер Байден, конечно, важная история, но для меня важнее, что практически 30-летие независимости мы оказались в так называемом, кавычках, кольце друзей. У нас нет ни одной страны вокруг Украины, ни одной страны вокруг Украины среди соседей, с которой у нас нормальные отношения. С Польшей мы имеем исторические проблемы, проблемы национализма и расстрелов так называемой Волынской резни. С Венгрией мы имеем вопросы, связанные с давлением на венгров в Закарпатье. Невозможности обучения на венгерском языке. С Буковиной мы имеем, вернее, просто с Румынией и Буковиной. Мы имели до прошлого года нормальные отношения с Белоруссией и Молдавией. В этом году, благодаря чужим интересам, мы объявили президента Белоруссии незаконно избранным, потому что Байден встречается с какой-то женщиной, которую зовут Тихановская. Кто она такая, непонятно. Но мы свои экономические интересы и товарооборот, и родственные дружеские связи положили в угоду этой встрече. В Молдавии в прошлом месяце был выкраден наш судья, который находился там. By Ukrainian agents, because he was missing. Президент Молдавии действительно выступил с жестким заявлением, и генеральный прокурор Молдавии выступил с жестким заявлением. Я думаю, что это громадный ущерб отношениям Украины и Молдавии. С Россией отношения были испорчены с 2014 года. Как вы думаете, результатом независимости и стабильности страны и устойчивости в дальнейшем развитии на 30 лет может быть такие отношения со странами-соседями? Итог развития страны за 30 лет – это потеря промышленности, потеря населения, потеря территории, выстраивание конфронтационных отношений со всеми странами, с которыми Украина имеет границу, и отстаивание чужих интересов без учета интересов собственного населения. Кто празднует? That's exactly was my question. The after the withdrawal from the Soviet Union, it was a disintegration process from all the points of view you just listed. Starting from there, how is the situation there, like exactly 30 years from independence? How do you see the future of Ukraine? What would be the strategy to recover all those aspects that have been disintegrated? Если Украина не сосредоточится на собственных интересах и не выстроит взаимоотношения с странами, которые ее окружают, дружественные отношения, экономические отношения, то у Украины нет будущего как государства. Она сегодня потеряла свою субъектность уже на 30-летие. И очень жаль, что благодаря такому поведению элиты, которая является безответственной, в элиту я включаю олигархов, из-за внешнего управления страдает простое население. Нельзя обижаться за людей, на людей за то, что они голосуют, скажем, за фильм «Слуга народа». Нельзя обижаться за то, что они хотели сначала сохранить в 91 году Советский Союз, а потом голосовали за независимость. Их каждый раз обманывали. Who influenced them? What changed? Пропаганда? What was the история пропаганды – это создание мифов, голосование за мифы, которые не существуют. Because it used to be the most flourished country within republic, within the Soviet Union, and after the exit, the results have been nice. So these 30 years, as you said, not necessarily are a celebration moment for many reasons, apart for political ideas. Ну, можно праздновать, что народ все еще жив, несмотря на паскудные реформы, на жадных олигархов, за некомпетентное руководство, несмотря на то, что каждая из политических элит, якобы исповедующих западные ценности, паразитирует на слоганах, как я говорил, там, демократии и либерализма, а восточные элиты
созданные благодаря торговле нефтью и газом, паразитируют на дружбе якобы с Россией и при этом набивают карманы. Простите. На дружбе с Россией, торгуя нефтью и газом, и набивают карманы. На самом деле ни те, ни другие, они не верят в то, что говорят. Основной вопрос – это коррупция и деньги. Corruption and money. You think it will overcome Ukraine, which is a common problem to many political sphere, corruption. But do you think Ukraine will overcome this in the future? How? What's your vision? Я думаю, что в существующей действительности это преодолеть невозможно, потому что реформы, которые навязываются Западом, еще больше парализуют ситуацию в правоохранительной и судебной системе. А назначение западноориентированных олигархов в противовес якобы восточноориентированным не решает проблему. Thank you very much. Я вас, наверное, утомил. No, we can keep talking. Нет, знаете, есть одно очень хорошее выражение Черчилля, что есть от деревянных башмаков к деревянным башмакам путь четыре поколения. Первое наживает, второе приумножает, третье транжирит, а четвертое опять возвращается на фабрику. Так вот, мы находимся на третьем этапе. Будет ли четвертый этап, зависит, к сожалению, не от нас, а от решения больших стратегических, геополитических игроков. Поэтому нам остается лишь наблюдать. И посильно, как государственные люди, отстаивать интересы простых граждан. И не имеет значения это по отношению к старым олигархам, новым олигархам, представителям западной дипломатии, которые диктуют условия, которые несовместимы с нормальной жизнью Украины. Но когда ты прав, тебе всегда посылают помощь, у тебя всегда есть силы преодолеть эти препятствия. Вы увидели за день, какая красивая Украина страна, какое у нее действительно хорошее, правильно ориентированное, с хорошими ценностями население. The nicest people I met in Kyiv, I can say it, everybody's been extremely friendly, helpful, I had a nice tour, and as I said, I didn't see I come from the propaganda I heard from the United States. This doesn't reflect at all the image as a Kyiv, or at least, you know, I just know Kyiv is portrayed. I had actually a wonderful experience, and I enjoyed every single part of my trip. У нас есть наша церковь православная, у нас есть наши ценности, и мы их будем защищать, независимо от того, кто на них будет нападать. That's a very good thing to preserve. I yesterday visited Orthodox Church. My husband is Orthodox, I'm not, I'm Catholic, but I bought two Orthodox icons, beautiful, and I was really fascinated, not only with the architecture, but the history and the vibes, and really the society. I can see it's rooted on deep values. I can see it in the people, the way they welcome me, and it doesn't take long. It was a very good first impression, and just led me to want to discover more, and I understand why also in political Ukraine is very interesting for the United States in different ways, and I understand when you say even United States are tired of this press, but I still believe they need it. Я очень бы хотел, чтобы Соединенные Штаты сосредоточились на своих проблемах. Такое количество проблем, как появилось в Соединенных Штатах, и вызовов, которые появились, они действительно очень важны, в том числе для мировой стабильности. Два года назад в одном из интервью американской компании я говорил о том, что очень важные вызовы появились перед Америкой. Это когда придуманные схемы и фейки, используемые спецслужбами и внешнеполитическим ведомством на территории других стран, начинают рикошетить во внутриполитической жизни Америки. Так произошло и с Украиной. Никто никогда не верил, что можно рушить памятники отцам-основателям. Никто никогда не думал, что можно захватить Капитолий. Но на Украине за 7 лет до этого захватывали административные здания и рушили памятники. И не только в Украине. Это арабская весна. Это история успеха в кавычках в Афганистане. Вопросы работы в экономике с инвестициями – это важный момент в работе с Соединенными Штатами. Но желательно бы вернуть часть коррупционных денег, которые остались от Лазаренко, Порошенко, Януковича, которые работают в том числе в юрисдикции Соединенных Штатов. А часть их можно потратить на решение проблем Америки. Хотя бы 50-50. That's a very good advice.
Это больше, чем нам дает Международный валютный фонд за 5 лет. That's или 175 миллионов, которые Меркель вместе с Байденом решили выделить вместо Северного потока 2 на развитие зеленой энергетики. That's a good plan. There are lots that Italy at least did with money from the mafia. К сожалению, когда идет международная коррупция, очень сложно потом решается вопрос по возвращению средств. Если я вас расстроил, у вас как-то пессимизм в глазах появился? No, I'm just I'm not upset at all. I definitely I would aim for this money from corruption not to happen. It's a scary world. That's why probably you saw me a little bit sad. But actually, it's mostly the temperature in this room. Всегда важно смотреть по реальным результатам. Вот по реальным результатам за 30 лет произошла деградация. Результаты, которые можно пощупать и оценить в цифрах. Количество сбежавшего населения, количество уничтоженной промышленности, количество людей, которые мечтают совершить побег из страны. Yes, that's a bad sign. But it's a common situation in many European countries as well. Дело в том, что мы находимся на предпоследнем месте по результатам 2020 года. Я вам хочу сказать, мы только две страны в мире, которые не достигли результата ВВП на 1990 год. Дело в том, что в прошлом году, в 2020 году, наш результат был 60.1% от результата ВВП 90-го года. То есть только две страны, мы и одна из африканских стран. Но даже Сомали улучшила показатели. Do you think in the future could be an option for Ukraine to be a member state of the European Union? Это нереально. Это все понимают о том, что это нереально. Просто посчитать количество ВВП среднего для стран Европейского Союза и ВВП, которые имеет Украина. Это просто нереально. Есть прогнозы Мирового банка по развитию ВВП. Это нереально просто даже в перспективе ближайших там, 15 лет. Это так же, как наша цель коммунизм, только история. Вот. Мы боролись за коммунизм. Там, в 80-м году, говорил Хрущев, коммунизм будет построен. But would it be something Ukrainian people would aim to, or they would prefer to reaffirm their national identity and strengthen again relation with Russia? Невозможно жить не на бис, а на зло. Нельзя жить, имея целью агрессию по отношению к другому человеку или к другой стране. Это контрпродуктивная реальность. Она не имеет ничего общего с целями развития. Не может быть целью Европейский Союз или там, возвращение в Советский Союз. Целью развития может быть качество жизни населения, доступ к системе образования, доступ к медицине, наличие возможности получить достойную работу. Ну, порядка 24 показателей, которые характеризуют, что такое качество жизни людей. Это такая же история подмены понятий, как была в Советском Союзе, наша цель коммунизм. Но тогда хотя бы строились фабрики, работала промышленность и была создана система, инфраструктура здравоохранения и образования. У нас же получается ничего, просто наша цель Европейский Союз и жизнь, попытка приблизиться к каким-то непонятным европейским ценностям. Но при этом отсутствие промышленности, денег, работы и всего остального. That's a priority, of course. И игра в чужие интересы. Потому что в сегодняшней действительности западные страны рассматривают Украину исключительно как буферную зону и красную тряпку для России. Продуктивно ли это с точки зрения западных стран? Думаю, что тоже нет. Я думаю, что они серьезно ошибаются. As I said, coming to Kiev gave me a completely different impression from what I heard before, so I totally believe in its potential to unleash for the future.